Всем здравствуйте и добро пожаловать на канал. Мы с новой идеей. У нас Анастасии захотелось поиграть в куклы Барби, но так как не оказалось у нее кровати, встал вопрос, как же сделать нам кровать. Кровати, так как куклы большие, в общем-то ничего у нас не получается, ничего не подходит. Вот. И что мы сделали? У меня были вот такие большие пенопластовые. Вот пенопластовые такие, не знаю, как назвать, вот большие. Где-то она больше метра и ширина, не знаю, ширина сантиметров 40 сантиметров, наверное, ширина, не подскажу. Но это от холодильников, вот, которые вставляются по краям, чтобы не испортить стиральные машины, там холодильники, ну вот такую технику, пенопласт. Туда используют. Ну, Анастасия, конечно же, решила, что а давай сделаем кровать из пенопласта. Так как я из пенопласта, ну, как бы вот пользуюсь клеем, которым приклеиваем потолочную плитку, я решила попробовать. Ну, и вот такая кровать у нас получилась. Кукла входит как раз. Вот как по размеру куклы. Так, у нас входит пара. Где там мужчина? Не могу найти. Вот. Вот у нас мужчина. Допустим, мужчина и с куколкой со своей входят. А далее у нас есть дети, конечно же, и для детей половину меньше кроватка получилась. А потолочная вот плинтус использовала как отделку для кровати, и такая вот идея у нас получилась. Следующее, что это, мама вошла во вкус, и у нас получился, ну, как бы, я думала, что это у нас будет холодильник. Анастасия решила, что это будет шкаф. И так сейчас у нас... Не этот, я думала. Ну, ладно, шкаф, значит. Здесь приделали деревянную вот от суши палочку. И также изготовила из проволоки. Хорошо, сейчас подожди. Вот такие вешалки. Она от меня не отстала, пока я ей все-таки даже вешалки не сделала. И так у нас шкаф с вешалками сейчас. Так вот все развешано. Сделали, придумали вот такую дверь от какой-то, от коробки, от старой. Вот от слюдяные для кукол, наверное, которые вот у нас. И внизу вот так вот выдвижной отдел. Там тоже можно что-то класть. Глубиной он не маленький. Здесь не очень аккуратно, конечно, но по краю с этой стороны лучше. Ну, в общем, в любом случае можно вот поверху, если войти уже во вкус и изготовить ребенку полностью игровую комнатку для кукол, можно клеить даже старыми обоями, либо любыми аппликациями какими-то, вот из журналов, наклейки. Ребенок может вообще самостоятельно украсить, вообще варианты очень много. Можно также этим клеем нанести любые картинки из журналов, украсить мебель. Следующее, что это
Это был у нас, ну, я считала, что это будет холодильник. Но Настя не захотела, что это будет холодильник. Это у нее шкаф. Шкаф у нас, конечно же, поменьше. Здесь она сама уже приклеила ручку, чтобы открывать ей было более удобно. Не, а куклам. А, ну да, куклам, конечно же. Вот. А, чтобы не держать по краям, я приклеила вот такие... Ой, ну не приклеила, а оставляла булавочки. Они, к сожалению, приклеились, не вытаскиваются. Ну и ладно. Есть у нас еще. Вот, в общем, вот такой шкафчик. Я опять же на этом не остановилась. И следующее, что было, это был вот такой шкаф. Ну, это уже была у меня вот такая вот длинная, не знаю, это либо от музыкального центра, не знаю, от чего-то лежала. Хотела уже выбросить, ну и тут... Если бы не Настя, то я бы точно ее уже выбросила на помойку. Ну, в общем, вот это у нас для музыкального центра, допустим, и для телевизора, для плазмы, для компьютера. Вот такой столик, как бы тумба. А еще вот такие полочки. С одной стороны... И уже не хватило фантазии у меня хотелось, вернее, сделать тоненькое, так как вот полочки здесь тонкие, и поэтому сбоку картонку я приклеила вот такую. Ну, это можно ставить как бы вот сбоку от вот этого шкафа, можно поставить вовнутрь, и это будут полочки. И вот их две таких не одинаковые. Здесь можно посмотреть, что куклы увлекаются косметикой, и приклеила такие сразу, чтобы любоваться куклам. Это не нужно. А что же тогда косметика? Ну, тоже сюда, ладно. Компьютер покажи. Ой, ну компьютер еще также. Не можем найти картинку, чтобы был у нас компьютер, и поэтому Настя вот так вот сама нарисовала. Ну, постараемся найти все-таки, чтобы был компьютер и вот. А это пульт. Я сама самодельный пульт сделала. Ага, вот она тут же уже подсказывает все. Также потому что сделали... мама ошибается. Также мы сделали вот такие телефончики, но это уже наклеено на картонку. Ну, из обычных журнальчиков я вот так вот выстригла, там где много циферок. Вот. В общем, это так. Ну, на этом заканчиваем. Еще вот такой телевизор. Ну, также пока что еще не нашли к нему изображение, чтобы было подходящее для компьютеров, либо для телевизора. На этом заканчиваем. Всем спасибо за внимание. И до новой встречи. Пока-пока.